Всем привет! Геншин в очередной раз был номинирован в одном из крупных соревнований, так что в этом видео вы узнаете о возможных наградах за победу и когда будут результаты. Всем приятного просмотра! На днях Геншин был номинирован на BAFTA Game Awards 2024 в категории «Развивающиеся игры». BAFTA Game Awards – это премия Британской академии в области видеоигр, ежегодно вручаемая лучшим разработкам игровой и компьютерной индустрии. Категорий там очень много, но Геншин участвует только в одной из них. Все участники категории «Развивающихся игр» показаны сейчас на экране. Можно ли как-то помочь Геншину и проголосовать? На данный момент на сайте нет возможности проголосовать в этой категории, то есть можно посмотреть участие, но сделать ничего нельзя. А в номинации «Голос игроков» Геншин не участвует, так что нам остается только верить и надеяться на победу нашей любимой игры. Все новости о наградах будут публиковаться в моем телеграм-канале, так что не пропустите их, ссылочка в описании. А 13 марта там появится новый промокод – награды. Как вы помните из наград за ТГА, в случае победы в одной категории можно получить в подарок 800 примагемов, а так как Геншин принимает участие только в одной категории, на большее надеяться не стоит. Кстати, это первый раз, когда Геншин принимает участие в этом соревновании. В прошлые годы он там не участвовал. И наконец, когда же будут официальные результаты? Церемония вручения премии BAFTA Game Awards состоится 11 апреля, а результаты, соответственно, стоит ожидать 12 апреля. Напишите в комментариях, как думаете, может ли Геншин победить? Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!